походу я перетащил. Ты смотри, какой странный мод. Надо будет с ним поиграть как-то. Привет, снова в компе сидишь? Ты из него хоть вылазишь? Да подожди, я такой странный мод нашел. А ну-ка дай-ка глянуть. Да уж, какой-то проклятый мод. А, подожди меня, я отойду на минутку. А что если с этим модом разыграть фикса и фиксплея? Градус, это ты в туалете был и не спустил? Ага, неплохая идея. Градус, в смысле неплохая идея? Мне опять из-за тебя сантехника вызывают. Стоп, что? Да я не про это. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Градус, сквэпэнс, желтая утка, малыш без яна, градус, сквэпэнс. Привет, друзья, я фиксай, сегодня со мной, фиксплей. Всем здорово! А также градус. Йоу, че кого? И сегодня произошло что-то очень странное с нашим Майнкрафтом. Это уж точно. Ну как сказать странное, безумное что-то. Ребята, я отошел на секунду, откуда у меня 33 гема? Подождите, стойте, мне кажется, или это летающая... Свинья листва. Не, это просто кустик. Это просто обычный кустик. Градус, а ну проверь, что за доски? Жидкие какие-то доски. Жидкие доски, почему? Новый видосик, пацаны. Есть жидкие гвозди, а есть жидкие доски, нормально. У меня вопрос, кто проклял настолько этот Майнкрафт? Кто эту сборку вообще придумал? Ну я не знаю, насколько проклял, но тебя походу сильно проклинали. Да, тебя слишком сильно, Пикассо. Что вам не нравится? Лично у меня я до сих пор стираю свою молнию. Эй, ребята, если хотите такое же крутое джакузи, как у меня, ставьте лайк, и тогда у вас все будет круто. Крыс моего бассейна, надоел без спроса ко мне в дом залезать. Не бей, не бей! Ребят, я что-то мне видится, или это руда с печеньками? Ух ты, аппетит. Посмотри, как их здесь много. Это именно нафиг. Смотри, сколько печенья падает. Слушай, вообще... Это прям рай, да, Град? Это прям рай. Прям рай для моей уточки. О, мне алмазы выпали, пацаны. Все, я богатый. Я богатый. Где, как? Да, ребята, все. Кто хочет посражаться за алмазы? Я хочу. Я все, я готов убить. Давай. Это алмаз твой. Где? Ой, нет, отдай мне мой алмаз. О, слушайте, вкусный алмаз, реально. Стоп. Ребят, здесь что-то очень странное. Это мой дом. Парни, хотите увидеть, что такое настоящее безумие? Чего? Опа! Что это такое? Я даже сам не рассчитывал на это. Это похоже на робо-свинью. Это похоже на скелета свинью. Опа! Вот это было внезапно! Походу я переборщил. Что? Так легко? Так просто, да? Вы испугались этого? Да, действительно. Какая самочка? Что это такое? Вот этого я точно не мог ожидать. Безумная свинка. А, не бьет нас? Подождите, а на что это похоже вообще? Чуваки, у меня, короче, есть еще для вас несколько... А, ну этого мы видели. У меня есть еще несколько... Ты что с ним дерешься? Что это такое? Валим, фиксай! Походу стоп, это... Стоп, это какой-то... Есть... А, тихо, это какой-то босс Чики-бомбос. Это Ифрита Бомбони. Какой босс Чики-бомбос? Это Ифрита Бомбони. Он меня бьет. Это какой-то радужный Ифрита Бомбони. Он цвета меняет. О, реально, кстати. А, нет, жри, кушай. Опа. Почему с фиксай выпал редстоун? Подождите. В смысле с моим редстоун выпал? А давайте проверим. А, реально редстоун выпал. Подожди, ой, тут смотрите, парни, тут убегают, корова быкует. Это точно будет? Я дам ему редстоун, и пускай идет себе. Парни, вас никого не смущает этот Чики-бам-босс? Без ты откидываешься. Это, о, диамант. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, тут весь лес уже горит. Чуваки, посмотрите туда. Вы видите, как колбасит этих свиней? Куда? Туда, налево, налево. А, да, я вижу, смотри, они устроили нереальный флекс. Это... Свинобам-флексили. Мне кажется, им немного плохо. Капец, их жизнь, конечно, потаскала. Блин, ладно, ребята, этот Майнкрафт реально проклят, но я предлагаю нам кикнуть градуса. Что? Ребята, вы понимаете, этот Майнкрафт настолько проклят, что градус здесь тоже какие-то... А это еще что такое? Что ты сделал, градус? Это что за индюки? Пацаны, я вас затроллил. Это я вас так затроллил. Это Эндер-петух. Эндер-петух. Что происходит? Привет, пацаны. Простите, друзья, но сегодня у нас очень странный ролик. Сегодня самый странный ролик, который когда-либо снимали в нашей жизни. Что вы нас спавнили, градус, блин? Летающие сквидварды. Это называется самый проклятый Майнкрафт. Добро пожаловать, я вас затроллил. Так, произошел небольшой апокалипсис, и я потерял фикса и фиксплея. Так, ну мне надо немного повыживать, может я их еще встречу. Ну, у меня есть вот такой вот верстак и немного земли. Ладно, надо сделать себе небольшой хотя бы дом, чтобы хоть где-то выжить. Так, нам понадобится какая-нибудь броня, и у меня есть немного земли, так как это проклятый Майнкрафт. Ничему не удивляйтесь, все просто супер, все супер класс. Так, как вам мои новые носочки? О, а вот броня. Ну конечно же, как же мы без шлема. Интересно, я могу сейчас скрафтить меч? Интересно, как он будет крафтиться из земли? Ладно, не важно.
неважно. Надеваем. Ну все, мы стильные, крутые. Да, да, это мой чисто Gucci Gang style. Ну и добудем немного хотя бы дерева, чтобы скрафтить двери. Почему? Дом же без двери никакой. Ну что, у нас есть немного дерева. Так, крафтим себе дверь. Ставим. Ну все, отличный дом. Кого-то что-то смущает? Меня нет. Все, супер, класс. Сойдет. Ты где? Я сзади. Ты что, не будешь? Чего это такое? Подожди. Где? О боже мой. Гранус, зачем ты обмазался говно? Здравствуйте, пацаны. Короче, слушайте. Тут был, короче, небольшой зомби мира жопа апокалипсис. И я решил выживать. И все, на что меня хватило, это броня из земли. Показывай нам свой дом, Гранус. Ты, наверное, круто обустроился. Конечно, вот. Где? А, это типа дом твой уже. Да. А вот моя дверь. Фиксай, отойдем на секундочку. Фиксай. Скажи ему, что все круто. Да, вообще прикольно. Да, чтобы он это... Блин, это ужасно. Тихо, давай ему скажем, что нормально, чтобы он не расстраивался. Че, пацаны, как вам мой новый дом? Градус, прекрасный дом, чудесный! Да, чудесный дом! Великолепный! Ты просто молодец, Градус, реально! А как вам мой шмот? От Какучи или откуда? От Какучи. Пацаны, я не с вами, я не знаю вас. Я вообще не знаю, что происходит в этом Майнкрафте, я не знаю, что с вами. Ты меня сейчас градусу приписал, я не понял. Пацаны, я не знаю, как вы там опять свинифлекс устроили. Где вы там? Парни, у меня для вас кое-что есть. О, боже мой! Фикс! Опа! О, так это же сёмечко такое маленькое, миленькое. И посмотри на него, какой красавчик. Честно, ребята, я уже не знаю, как придумать этому название. Допустим, это просто свинья. Да, это свинья-флексер, которая стала... Свинья, которая держит район, по-моему, я не знаю, что так сидит. Вообще, а это что еще такое? А это... Это была смерть. Это небольшой просто курица Армагеддон. Подожди, дай мне эту курицу тоже. Вот, я скидываю вам курицу, а ну попробуйте ее в действии. Что? Подожди, просто положи ее, кинь ее сюда. Это как отдельное существо. Почему она выглядит? Подожди. Я что, заряжаю ее? А, ну нафиг. Так, тихо, подожди. Аккуратно. А, или я бить ею могу. Ай, офигеть, что за... Она с двух ударов убил. Ой, так, я, пожалуй, побегу отсюда. Ну, Градус, у тебя-то броня из Какучи, тебе вообще не страшно. Я просто упал и поранился. Пацаны, я нашел. Что ты нашел? Я их нашел. Это то место, где... Я штаны нашел. Штаны нашел. Я думал, мы туалет его нашли. Мне кажется, с ним снова что-то не так. Ну реально, что ли? Пойди покупайся. Пойди помойся, фу, воняешь. Что вы забыли на моем болоте? А тебя воняет. Это нормально, что на меня плывет крипер-клоун? Это нормально, что меня сейчас только что житель убил? Да, это нормально. Да, парни. Добро пожаловать, вас снова затроллили. Парни, у меня есть для вас один прикол. Вот один маленький уже... Приколбас! Что ты сделал? Фиксай, иди, посмотри на меня. Посмотри на меня. Что? Я не понимаю, что происходит, почему все взрывается, какие-то странные мобы вылезают, то там какой-то флекс происходит. Отпусти жителей, Градус. Где ты? Хопа. Из грязи. Хопа. Это житель Базука, что? Да, где житель Базука? Это у меня в руках житель Базука, бах. Дай посмотрю. Где ты? Иди сюда, я тебе сейчас покажу. Вот она штучка. Вот, держи. Скинь, я тоже хочу. Скинул, полноценный житель. А мне? А, одноразово, я отправил жителя в космос. Он взорвался там. А слизняк чилит просто в досках. Это слизень Джора, не трогайте его, он отдыхает. Парни, вы же помните, что это мой туалет, а это то, что я произвел здесь. А, да. Парни, я уверен, типа, ролик долгий, и вы, наверное, проголодались, у меня для вас есть небольшой перекус, идите сюда, вот, берите, разбирайте, пожалуйста, хот-доги. Так, погоди-ка, это же собаки. Это же ходячие собаки-хот-доги. Ну, это ходячие хот-доги, что вы не берите, кушайте. Ты предлагаешь нам есть собак? Горячих собак? Ты предлагаешь кушать собак горячим? А ну иди сюда, Градус! Давай за ним! Так, я не понял. Вы хотите, чтобы вас жители поубивали? Все, мы поняли. Чувак, смотри, как он улетает. Да. Он Градус не так сильно улетает. А что, офигели? Да. Может, он просто легкий, видишь, он прозрачный, текстур нет. А, да, реально. Давай его бить. Ну что ж, ребята, было очень круто вас разыграть. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. Ребят, скажите вообще ваши эмоции насчет этого ролика. Это просто какое-то безумие. Я хочу сказать. Я все. Я полностью согласен с тобой. Кликайте по предыдущим видео, если вы до сих пор их не видели, потому что там очень интересные, крутые видосики. Но для вас сразу Фикс, Афикс, Пэ, а также... Утка Градус. Градус, утка, да. Всем удачи, до скорой встречи, пока, увидимся в следующем ролике. Всем пока! Йоу, чё, пока! Подожди, я только что вот не понимаю, вот зачем тебе штаны, если у тебя ног нету? А где они? А где ноги? Где ноги мои, реально?